Приветствую тебя, мой дорогой друг. Ты на канале Детсад. Меня зовут Дед. А мы продолжаем проходить Спайро. Что же мы сделаем в этой серии? А в этой серии мы освободили пингвина в прошлый раз. Поэтому сегодня мы сделаем такую штуку. Вора пока оставим, пускай себе радуется. Мы пройдем его основной мир и потом вернемся в предыдущий, чтобы закончить мир Шеллы и пингвина. Там, где это возможно, чтобы закрыть прошлый мир на 100%. Вот. Поэтому сегодня больше будем играть за других, чем за Спайро. Я должен тренировать калибри. Они должны быть в хорошем физическом состоянии. Чтобы сражаться со злой колдуньей. Вот они, калибры. Вот у нас пингвин такой. Что он умеет? Он умеет стрелять ракетометами. У него на плечах. И он умеет летать. То есть это такой уровень, где нам придется еще исследовать не только там, где можем бегать, а на бамс. Так, нам надо освободить 5 калибри, я так понимаю. Вообще пингвин бегает так себе, поэтому за него лучше, конечно, сэр, летать. Сэр, ситуация следующая. Вчера в 18:45 райноки начали вторжение. Мы защищались как только могли, сэр. Но без вашего руководства мы не смогли оказать серьезное сопротивление. К 19:00 остаток эскадрона был взят в плен, а носороги захватили базу. Ничего, сейчас всех освободим. У нас такой вот военный пингвин. Я не знаю, пингвин ли это до сих пор. Почему-то мне он напоминает очень сильно пингвина. Ну, вот так вот сделали. Так, тут стекло, здесь пройти невозможно. Придется обходить. Так, есть, 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 есть. А куда идти? Наверх? Взлетаем! Музыка такая интересная здесь. Так, стоп, куда? Сюда. По идее, нам сюда. Да? О, привет. А это та же. Воу! Единственное, что за него очень сложно, это прицелиться и попадать. Но зато можно целиться вот так вот. То бишь, вот такие враги еще есть летающие. А, у нас, кстати, ракеты части самонаводящиеся. Поэтому на далеком расстоянии это будет очень хорошо. А ящик разбивается? Не, ящик ракеты не разбивается. А ты ж сидит сзади. Ничего себе. Сидит сзади и не обзывается. Ударил нас. Так, а чем же разбить вот этот сундук? Странно. Вообще, как это такой сундук выдерживает ракетометы? Это ж специальные эти самые. Может, какой-то усилитель будет? Так, что за норы? В таких норах, как обычно, бывают всякие враги. Или дополнительное задание. Эть. А ну, никто там снизу не сидит. Сэр, что, я захватила что? Вражеские припасы. Они далеко не уйдут. О, хорошо, молодец. А, ну это яйцо. Сигфрид. Хе-хе, привет. Сэр, райноки заблокировали путь в следующую пещеру, установив здесь двери и янь. Ага. Вот что у нас еще будет доступно. Здесь мы можем вот так вот схватить. И, наверное, вот этой штукой мы сможем разбить сундук. Эй, таким утяжелителем. Так, Спаркс, подбирай. Да, скорее всего, да. Так, чтобы его скинуть, надо что? Ага. То есть можно даже вот так целиться. Нет, нельзя скинуть. Странно. Я думал, можно. Может, надо выше подлететь? Чтобы он набрал, как говорится, эту. Не, нельзя. Ладно. Может, потом нам что-то скажут. Как разбить этот сундук? Пока невозможно. Эх. Трудно целиться.
Хорошо, что ракеты хотя бы немного самонаводящиеся. О, это что за бобрик? Что за хомик? Прикольно. Курюн. Курюн. Так, эти штуки надо вот сюда послаживать. Ты в меня цветком не кидайся. Ай, у меня ракетомет вообще-то. О, одна есть. Сложно за него вот это вот летать. Почему? Потому что камера не поспевает за мной. Так, надо бабочку еще нам. Нам надо бабочку. Целься, целься в эту. Эх, ты ж. Не попадает. Отлично. Так, нам нужна бабочка. И калибри. Освободили. Есть. Собираем сразу все. Из... Опа, опа, опа. Опа, опа. Ля. Мне что-то кажется, что в них надо стрелять. Хе-хе-хе. Это тоже какая-то миссия. Да. Чтобы закрывать вот эти норы. Но зачем? Я не помню, чтоб мне такое говорили, что в них нужно стрелять. Ай, камера! Ну. Вообще не хочет со мной камера сотрудничать. Так, а если мы сюда садим? Он выпрыгнет. Да, вот он. Вот так вот. Это вредители. Грызуны-вредители. Опа. Подбираем. Все, летим дальше. Вот так вот. Да, это достаточно весело. Особенно, когда они хотя бы немножко сами наводятся. Спаркс, кушать. Да, класс. Так, там внизу один тоже притаился. Разбиваем. Я надеюсь, я не зря их сейчас стреляю. Это кто это такой? Это ёжики? Ага, надо повыше взлететь, понял. О, так ты тоже стреляться умеешь, да? Ну-ну. Вантузами в меня стреляет. Ишь ты какой. Ташка, стой. Так, где мы еще не подобрали? Вот здесь вот один. Оп, сохранились, хорошо. Вверху больше нету ничего у нас. Вроде нет. Значит, летим дальше. Ну, Спарс, что такое? Подбирай. Достаточно медленный уровень, конечно. А, все, я увидел, чем можно разбить. Продолжайте сражаться. Да. Мы идем за вами, говорит. Сейчас мы... Калибри, ты мне мешаешь. Не мешай своему командиру. Отойди. Задание выполнено. Не, ну то, что ты пролетела, это хорошо. Но я ж еще не до конца его выполнил, не на 100%. О, ты, Соня. Так. Надо освободить всех. И ракетами уничтожить. Точнее, разбить вот эти все сундучки. Сейчас мы доделаем все задания. Ты свободно лети. Отлично. Что здесь повыше у нас? О, здесь достаточно просторно. Нужно быть внимательным. Мы сначала соберем все сверху. Опа. Хорошо. А потом соберем все снизу. Оу, там еще лава какая-то. Оу! Ну ничего себе, какой резкий. За пингвина, конечно, прикольно играть. Все-таки все полетать. Спайра тут сам бы не справился. Тихо!
Вот это да. Здесь нужно, конечно, быть очень внимательным, потому что достаточно... Хорошо, кстати, что взрывом их откидывает. Потому что попадать четко в них без самонаводящихся ракет было бы сложно. Так, надо подобрать вот такую бомбочку. Эх. И лететь вот сюда. О, видишь? Как круто. Ага. А ну сейчас хомика вот так вот. Хе-хе-хе-хе-хе. Попал. Он там внизу бегал. Так, ну пока мы все не выкинем, получается, он будет с ними летать. Их же ж нельзя как-то отбросить куда-то. Так, бобер. Держи. Отлично. Жалко, что нельзя тут насквозь пролететь туда, стеклам. Чтоб типа с этой стороны у нас открыли их. Эть. Так, внизу еще я видел, удобно, что быть. А, не, это ракета была. Ее там еще по лаве надо будет пролететь аккуратно. Хорошо, что нас взрывы не берут. Ну, камера, что такое? Вообще непослушная. Оп, берем еще. О, вот это вообще не заметишь. Лежит себе зеленый. И не обзывается. О, как хорошо. И жизнь здесь есть. Как классно. Спаркс, у тебя сегодня фуршет. Кушай. Так, есть, тут все собрали. Сейчас пролетим вот там по лаве еще, посмотрим, что есть. И вернемся с бомбой назад. Так, Спаркс, подбирай. Это опасно. О. Круто. Как хорошо, что наш пингвин еще может зависать в воздухе, как вертолет. Потому что если бы он постоянно летел... Воу! Я потерял все бомбы. Ну... Ничего себе поджарило, как... Перышки-то нам подпалили. Все, ты тоже свободен. Давай. Еще один. Ваших приказов. Освободи одного солдата. Это понятно. А где он? Да хорошо, что он остался один. Только где он? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Хочу как можно быстрее вылететь отсюда. Так. Тогда смотрим внимательно. Опять эти попры тут. Мы его отсюда, наверное, достанем. Так, где он? Вот он. Опа. Держи. Хомик. А где последний калибри? Хорошо, что их много здесь раскидали, вот этих божьих коровок, с которых бабочки вылетают. Вот был Шелл и так, когда мы проходили в прошлой серии эту башню высокую. Почему? Потому что их же вообще не было, жизни нет, куда брать. Так, я не понял, а где я пропустил еще одного? О, хорошо, что я сюда взлетел. А можно снижаться быстрее, не? Давай, 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 давай. Подлетай, как говорится. Так, сейчас возьмем с собой бомбы и полетим обратно. Вот это у нас пингвин военный, конечно. Так, ну тут вроде внизу, вверху ничего нету. Ага, сохранили нас. Где я не спас еще одну калибри? Я не понял. Странно, вроде весь уровень облетел. А! Сейчас мы хомяка
На тебя. Очки. Круто. Оу, потише, потише, ничего себе. Вот эта бомба пробила. Я и не ожидал. Так, что там внизу? Опять камера не слушается. Потайная, как говорится. Комнатка потайная. Подземелье. Ничего себе. Он нас и ударил, и лавой подожгнул. Больно, однако. О. Мне удалось вернуть это яйцо, прежде чем его захватил враг, сэр. Ага, круто. Рой. Вот такой он рой. Здравствуйте. Неприкрытый рой. Так, яйца все. Отлично. И отлично, сразу же все завершили. Все кристаллы, все это. Хорошо. Все, осталось отсюда просто улететь. Давай. Пингвин, конечно, летать научился, но не быстро. А зачем были эти хомяки, я не пойму. Зачем мы по ним стреляли? Аж интересно самому. Вроде нигде никто не говорил, что надо, но они вот есть как бы. Опа, жизни. Восстанавливаемся после прошлой серии, где мы много потеряли, пингвина много восстановили. Все, мы завершили уровень, можно лететь. Отлично. Или это с него выпала бабочка? Что вряд ли, конечно. Фух, сложные миссии с этим пингвином. Страшно, то-то. Бежи, пока есть возможность такая. Вернемся в прошлый мир. Что это? Нам понадобится 5 минут, чтобы отремонтировать ворота. Я понял. Ворота в прошлый мир. Ранняя весна. Погнали, как говорится. Надеюсь, все будет хорошо, все выполнено. Единственное, осталось узнать, в каком мире у нас миссии с ними. Так, берег раковин и кратер Молте. Собственно, в кратере это с пингвином миссия, если я не ошибаюсь. А там это домик Шелли. Да, точно. Барашкины, страшно? То-то же, драконы тут ловят. Все, погнали сюда. Здесь, по идее, у нас пингвин, поэтому он самый сложный. Мы выполним первым его, а потом пойдем выполнять задание Шеллы в подводном мире. Бум! А у нас здесь откроют? Ой, как хорошо, что сразу откроют наконец ура. Ай-яй-яй-яй! Ай! Да что с камерой происходит? Почему она вертится туда-сюда? Есть, да, есть тут задание. Класс. Привет, Спира. Я как раз отправляюсь на учебу. Ага. А я уже не помню, что тут за задание. Но, как минимум, врагов видно сразу, так скажем. Поэтому, чтобы они нам не мешали. Они восстанавливаются? А чё? Ну ладно. Я опять играю в прятки с моими друзьями. Если я не смогу найти, где они спрятали свои головы, они не примут меня к себе. Помоги мне снова соединить их, и я сделаю тебя нашим почетным членом. Класс. То есть, собственно, я могу сделать вот так, да? Ага, прикольно.
Так, всех убиваем, все уничтожаем, всех разбиваем. Это что это за стена такая? Ха! Секрет, как знал. Вижу стена с трещиной, разбиваю стену с трещиной. Луна. Эть, но ничего, еще научишься. Смотри, как летают пингвины. Так, стоп. Что это за птицы? Почему они здесь летают и почему они восстанавливаются? Это как-то странненько. Наводит на мысль, что они воруют эти головы. Ай, подбирай, подбирай, текаем. Ты смотри, они действительно восстанавливаются все время. Прикольно. Мы их как бы вот уже уничтожили, они восстановились. Я надеюсь, они не будут воровать эти головы и, как говорится, дальше раскидывать их опять. Опасно. Мы уже попались на такую ловушку разочек. Больше не хочется. А давай разбивай. Прикольно, что он за собой такой вес таскает. Уже вроде небольшого размера, а головы на вид тяжелые, как и бомбы. Да ну, а вторую подобрать? Да стой ты, давай становись уже. Да, пингвин, конечно, мощный, но не такой быстрый, как Спайро. А скорость это иногда очень важно. Так, что у нас здесь? Ух, какая опасная зона. Но зато врагов вроде нету. Уже хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу. Влево, вправо, у вороты. Тихо. Что это за птицы? Угу, остался последний. Вот она. Эх. Но эта птица нас только сбивает. Она не наносит нам никакого урона. Интересно. Так, и где последний? Вон он. Эть. Давай, становись. Фух. Возьми это яйцо, как спасибо. Знак того, что ты являешься нашим почетным членом. А как же его сохраню в знак? Руан. Какое у тебя имя? Такого еще никогда не случалось раньше. Надеюсь, это не дурной знак. А, что яйца вылупляются? Ну да, надеюсь. Так, теперь осталось собрать все самоцветы, которые мы где-то могли пропустить. О, все, все, класс. Как все удачно сложится. А, на тебе. Так, все, получается, этот мир у нас завершен, да? Да. Все, остался подводный, там два яйца от Шеллы будет. Замечательно. Как сегодня хорошо складывается серия. Надеюсь, мы сейчас Шеллу пройдем без проблем вообще. Эть, погнали. В подводный мир раковин. Так, мне надо там вылезти будет наверх. Насколько я помню, там ее домик находится. И, как говорится, мы уже покончим с этим миром. Ах ты ж, попал все равно. Я настолько быстро плыл, а он все равно попал. На тебе. Фу, бочкой назад. Да, я знал, что так можно делать. Мы не будем здесь, как говорится, всех врагов побеждать. Нас интересует только
Домик Шена. А где он? Где-то снаружи должен был быть, не? Или он внизу, внутри? Иди сюда, пингвин подводный. Бум, назад. Получилось. Так, где ее домик? Он где-то... А, вот он, все, вспомнил. Вот он. Опа. Прятался, да? А, не получилось спрятаться. Все, погнали. Завершим и... Привет, Спира. Некоторые из моих друзей собрались разрушить крепость Райноков. Я пойду пешком. Я люблю благоухание цветов по утрам. Так, что нам здесь делать надо будет? Надеюсь, мы опять нашли, не потратим кучу жизни. Она умеет плавать, это уже замечательно. Воу, а по нам стреляют пушки. Бум. Отлично. Никаких пушек. Так, все, тут все собрали. А, я помню эту тяжелую миссию. Да, она очень тяжелая. Привет, Шила! Райноки на пляже построили крепость, и мы собираемся взорвать ее. Мы хотим, чтобы ты вывела из строя все башни. Мы заложим бомбу прямо сейчас, и ты должна все сделать до того, как догорит фитиль, хорошо? Зачем вы поджигаете фитиль раньше, чем нужно? Отлично. Так, нам здесь надо как-то быстро это все сделать. Попытаться не обращать внимания на носорогов. Которые за нами гоняются. Круто. Ау! Ай-яй-яй-яй! Я застрял. Ха-ха! Он подстрелил своего. Круто. Опа! На! О! Я не успел! Угу! А, здорово! Ты готов? Да. Придется заново. А как это я не успел-то? Очень мало времени даю. Я даже не смотрел, что у меня так мало времени. Да что ты будешь делать? Или у меня сейчас кончится жизнь? Ага, так нельзя. Надо только сверху. Ой-ой-ой. Да, будет довольно-таки сложно. Ты готов опять попасть? Да. Давай. Ну уже, Шелла, бежи. А, я могу и врагами разрушать. А вот это полезно. Да, ну, прыгай же. У меня камера опять неудобно поворачивается. Было бы гораздо удобней, если бы следила за мной камера. Ай! Давай! Давай, чуть-чуть осталось, последний! Есть! Замечательно. Да, это довольно сложно, потому что камера за тобой не следит, тебе нужно пытаться все успеть, вот это вот. Бабуш. О, не могу поверить, я смогла уцелеть в этом взрыве. Здорово, что мне удалось поймать это яйцо. Действительно. Каким образом? Молли. Привет, Молли.
Вроде закончили. Осталось пособирать самоцветы. И все. Что-то мне подсказывает, что где-то я не дособирал их. Сколько осталось-то? Может, я где-то на уровне пропустил? Еще 15. Ого. Это как минимум 3 пятерки еще. И где же я их не нашел, скажем так? Ну, здесь дальше некуда. Значит, это где-то либо в начале, либо на самом уровне я еще не собрал. Хотя странно. Как такое может быть? Мы же вроде все плыли там. Бульк? Нет, здесь нигде нету. Интересно, интересно. Нигде никаких трещин, ничего. Значит, на уровне. Правильно. Носорога мы вроде там всех победили. Значит, придется оббегать еще раз уровень. Искать, где мы еще не подобрали самоцветы. И попытаться победить всех врагов. У нас единственное, что хорошо, с начала до конца уровня все открыто, поэтому мы можем бегать туда-сюда беспрепятственно. Может, из вот таких, конечно, быть, что мы просто врагов не всех перебили. Что, конечно же, вряд ли, но... А вдруг? Или где-то какую-то трещину в стене опять не увидели. На тебе. Вот видишь, опять на кенгуру мы потеряли одну жизнь. Она одна, но все же. Обидно. То есть ее миссии довольно-таки сложные. На. Всех поперебиваю. Пущ. На тебя. Может, где-то в каких-то кораллах. Странно, где я мог пропустить целых 15 самоцветов. Или как минимум это 3 по 5, одна десятка и пятерка. Ну. Хотя казалось, что мы вроде все собрали. Врагов? Разве что. Ну и врагов мы всех перебили. Вот в чем интересно. Это все уже было. Вот здесь сверху. Так, стоп. Это что за миссия? Вот это большая. Я что-то не помню ее. Райнок бросил нам. А, ну это морской бой, да. В морском бою мы тоже все обыскали. Я точно помню это. Не может быть такого, чтобы мы там не все обыскали. Здесь вроде все. Ладно, давай я сейчас пробегусь по уровню. Если я по уровню ничего не найду, то значит я пойду опять в морской бой этот. Странно. Где же они могут быть? Ай! Я ж на самый краешек подлетел. Эть! Опа! Во! Ну и здесь я был. Нигде там не пробивается ниже куда-нибудь. Удивительно. Но я нигде ничего не нахожу. Шеллы тоже все собрали.
Да и врагов как таковых, вот последний походу остался. Ну ладно, давай сходим на морской бой еще раз. Может, все-таки где-то я там пропустил что-то. Хотя я не хотел бы с ним драться опять. Я ж уже прошел бы эту миссию. Райнок бросил нам вызов. В воде ничего не вижу. То есть где-то под мостом. Я не хочу с тобой снова сражаться. Отстань от меня. Я хочу посмотреть, не пропустил ли я самоцветы. Что, сейчас починил себя? Ничего себе. А такое было вообще? Это нормально, что он сейчас себя починил? У тебя уже есть это яйцо. Правильно, мы это все уже прошли. Все. Видишь, чтобы побегать в этот раз, нам надо было опять его победить. Чтобы здесь опять можно было походить. Я здесь все собрал. Где еще 15 самоцветов? Это невозможно. Хотя я здесь собирал без паркса. Мог и пропустить. Эх, странно. Ну ладно. Ничего нету. Опять обошли все. И на уровне я ничего не нахожу. Тогда давай сделаем так. Когда я их найду, я вернусь. Не переключайся, это буквально одна секунда. Ну что, кажется, я нашел. Все-таки это было у Шивы на уровне. Вот такая вот секретная какая-то местность. А, оказывается, здесь еще одно яйцо лежит. Первый раз его вообще невозможно было заметить. Вот они, 6 яиц. Собрали мы на уровне. И, собственно, все самоцветы. Да, отлично. Я еле досмотрелся. Мне пришлось много раз везде за нее вот так вот прыгать. Решил вернуться на этот уровень. Думаю, ну как это, мы же все обыскали. А нет. Но из-за спайра я пробегал весь уровень. Просто я каждый угол облазил. Думаю, ну не может быть такого, чтоб не было. И действительно, просто пропустили. Невнимательность. Ну, а вообще, кто знал, что они там могут лежать? Оно такое все желтое было. Опа. Окей, все. Мы здесь закончили все. А, здесь есть еще задание Спаркса. Спиро, я нашла яйцо, но до него может добраться только Спаркс. Это маленькая яма, ведущая к ферме. Я могу провести ее туда, если она готова. Да, давай. Почему ты стрекозу называешь она? Спаркс разве девушка? Или она имеет в виду, что это стрекоза? Нет уж такого, стрекоз. Привет, Спаркс. Может быть, прежде чем ты отправишься в путь, мне следует помочь тебе? Давай. Для начала давай попрактикуемся в стрельбе.
Нажми кнопку «Кружок», чтобы стрелять в эти мишени. Угу. Ух ты! Воу, а это будет сложновато. За Спаркса трудно управлять. Я помню, он еще как-то может летать влево-вправо. А, это ускорение у нас есть. Хорошо. Ты тоже можешь быстро двигаться, как и Спира. Для этого, удерживая кнопку «Квадратик», направляйся за своим быстрым врагом. Угу. Хорошо. Уи, иди сюда, стоять! Эть, а я его что, протаранить должен? Или просто попасть по нему? Да, я его должен протаранить. Да что такое, бля? Вроде кажется, вот-вот-вот сейчас достану. Я могу всех таранить. Теперь к более трудному. Будучи маневренной стрекозой, ты также можешь двигаться в любом направлении. Для этого удерживай кнопку L1 или R1. ФТК. Вот я же говорил, он еще боком умеет. Так, а что, я не двигаюсь? Надо просто одну из кнопок удерживать. Так он двигается по кругу, а когда я удерживаю кнопку, он летит только в одном направлении. Это, кстати, очень удобно. Во время путешествий ты заметишь бабочек, которые будут давать тебе здоровье. Но кроме этого, некоторые из бабочек дадут тебе особые силы, но только на короткий промежуток времени. Просто съешь любую бабочку с бонусом силы и... Понятно. Опа! Улю. А, крестиком, я понял. Ого, вот это стрельба. Как из пулемета. Круто. Похоже, ты готов, Спаркс. Нужна помощь. Иди в раздел «Помощь» меню. Вот что. Так, за Спаркса мы тоже, кстати, собираем драгоценности. Но поскольку этот мир небольшой, здесь будут попадаться часто очень самые ценные. Вот такая вот интересная мини-игра за нашей стрекозой. Я не буду тратить супер-бонус сейчас. Я его сохраню чуть на попозже. Так, взяли ключик. Потому что Спаркс и так неплохо стреляет. Главное... поворачиваться. Ну и там летает у нас еще одна какая-то фиолетовая бабочка. Ага, нам надо отключить им защиту, я понял. Так, это зеленые ворота. Вот красные. Тихо. А я не понял, я что, потемнел сейчас? Я попался на врага? Ага, точно. Немножко жизни отнялось. Так, берем бабочку, берем ключ. Едем дальше. Поскольку нам этим надо отключить защиту. О, да, все-таки нельзя попадаться. Опа, жизни. Или что это? Что? А, суперзащита какая-то. Прикольно. Ускоряемся. Да, они все будут просто от меня разбиваться теперь. Ха-ха, класс. Так, а я же взял ключ. А я какой-то золотой взял, я понял.
Так. Во-во-во-во-во, тише-тише. Опасно. Так. Что это? Что я съел только что? Я съел какую-то бабочку. Опять. Только я не понял, что она дала. Вот это да. Класс. Вот это да. Буду. Круто. Да, за Спаркса очень интересно поиграть. Ага. Я понял, их нельзя с первого раза еще даже убить каким-то образом. Почему? Потому что они как будто под защитой. Это какие-то прям ракеты Спаркс выпускает со своей суперсилой. Ага. Так, Зоя нас зачем-то сохранила. Может, сейчас будет какой-то босс? Ого, ого, ого. О! Опасный крендель. И какая атака у тебя сейчас? Воу. Вот это да. И это он яйцо охранял. Ну, для нас он очень простой, скажем так. Так, там еще были... Надо назад возвращаться по-любому, потому что мы не все самоцветы собрали. Почему? Потому что там еще в центре как-то... В центральной локации, давай ее так назовем. Был домик вот этих крабов. Что это за креветки? Ешь! О, и он теперь без защиты. Отлично. Оп. И все равно не все. Ага, вот еще. Все, отлично. Так, сейчас лечимся до конца. Оп. Класс. Вот такое задание за Спаркса, оно выполняется самым последним в любом мире. И они достаточно сложные. Потому что не всегда удобно управлять Спарксом, потому что он летает вот так, и прицелиться, как куда стрелять, тоже очень трудно. Но зато интересно. Так, что ж. Нам теперь надо хотя бы один мир за Спайро пройти, правильно? Молодец, Спаркс! Ты победила короля и нашла последнее яйцо. И да. Не только это. Похоже, на тебя повлияла магия драконов. Теперь ты можешь брать камни, даже когда находишься далеко от Спира. Ой, как хорошо. Это еще такой бонус приятный для Спайро. Опа! То есть теперь можно... Дальше она будет летать и приносить нам камни. Вообще класс. Такое давно пора было сделать, как говорится. Интересно, есть еще части Спайра? Там четвертая какая-нибудь? Что я знаю только три. Я знаю, что есть ремастер еще. Типа переделанная. Так, и насколько далеко она будет приносить теперь? Ну, чуть-чуть дальше. Я не скажу, что существенно, но... Чуть-чуть дальше. Уже хорошо. Так, а за Спайро мы давай не будем идти ни в какие миры сегодня. Мы пособираем в основном мире все. И попытаемся сразу тоже закрыть его на 100%. Потому что пингвина мы уже прошли. Просто, как говорится, побегаем в этом мире. В садах. Это типа летний сад, или как он называется? Я забыл.
Пособираем все яйца, пособираем все самоцветы. И, как говорится, закроем его. Воу-воу-воу, как я скольжу. Это будет опять что-то наподобие хоккея, как во второй части. Тоже одна из самых сложных миссий. Ну, в основном мире будет проще. Тут нету каких-то сверхзаданий, сверх этих самых каких-то скрытых вещей. Здесь будет чуть полегче. Ну, не зря он основной мир, как говорится. Он безопасный. Здесь и врагов-то не будет, по сути. Вон, зайцы бегают. Да давай. О, воришку догнать надо. Думал оставить его на потом, а потом думаю, ну у нас еще времени немножко есть, поэтому можно будет погоняться за ним. Да, Хантер, что ты от нас хочешь опять? А, у нас здесь какой-то мир не раскрытый. Эй, Спира, мне сказали, что если мы нажмем этот включатель наверху, он откроет портал. Почему бы тебе... Не бросить в него камень. Давай. Какой-то странный у тебя камень леопардовый. Хотя ты что же, леопард? Бум. Прикольно, портал открылся. И теперь он нам будет давать вот такие камешки. А мне кажется, я знаю, что с ними делать. Воришку будет догнать очень сложно. Да? Вообще, где он делся? Что-то я его даже не слышу. А с помощью вот этого камешка, который стреляет далеко, можно его будет подбить. Он будет стоять и не ожидать этого. А, и попробовать, кстати. Не. Это я уже, конечно, ошибся. Я что-то думал, с помощью этого камня можно вот такие штуки разбить. Типа вот таких сундуков. Так, опа. Чё, Хантер здесь теперь стоит? Когда ты увидишь стену, на которую можно взобраться, просто... А, да-да-да-да. Это у нас он за лестницей рассказывает. По сути, это мы во второй части научились. Кстати, да, в первых частях, походу, Спайро не умел лазить по стенам. Тогда создатели этого не предусмотрели. Если я не ошибаюсь. Интересно, ремастер этой игры такой же или что-то новое туда внесли? Надо будет как-нибудь посмотреть. Я все-таки люблю больше классическую часть, вот эту. Но интересно, что могли изменить в игре. Как пройду полностью, посмотрю. Если будет что-то там, правда, интересное, можно даже будет скачать, побегать. Может, там все миры объединили в один? Вон он, воришка. Я его снова вижу. Эй. Здорово. А ну иди сюда. Опа. Ну, это было просто. Трикси. Эй. Так, и я увидел, там еще усилитель есть на уровне. Вот этот вот. Круто. Он нам пригодится сейчас разбивать самые вот эти вот тяжелые вещи. Я не знаю зачем, но скорее всего их надо будет разбить, что там где-то яйцо. Да. Или же для самоцветов. Так, задание Спаркса. Сейчас мы его не сможем взять. Вот только когда босса пройдем, тогда можно и Спаркса. На тебя. Такие эти зайцы смешные. Бегают такие бесполезные тут. Почему так много? Зачем мне так много жизни? Пу-пу-пу. Бля, чё могу. На-на-на. Да, надо 4 вазона разрушить, и тогда...
Какая мощь! Вот этот дракон! Самый настоящий. Спайра и так настоящая. Это вообще ультра настоящий теперь. Мат! Хорош. Опа. Модест. Ох ты ж, какое имя у тебя, ничего себе. Опять не прикрытый? Ну, не стесняйся. Мы драконы все свои. Так, и забрать усилок. И сбегать к ящику. Привет, Спира. А, я знаю, как это работает. Можно мне объяснять. Те, кто смотрел вторую часть, тоже знают, как это работает. Она долго его дают. Можно по всему уровню сбегать. Может, где-то еще есть какая-то... А, нет, все. Прошли. Это хорошо. Так, что у нас по всем этим уровням? Получается, вот там один, вот тут один. В какой лучше пойти? Давай по очереди. Сначала в этот сходим, потом в тот. Анкдеп. Чего? Чего? А, айсберг. Вот так мир называется. Ага. Это будет очень сложный уровень. Поэтому продолжим мы его уже в следующей серии. Он интересный, но очень сложный. И его задания, которые дополнительные, тоже потребуют, как говорится, максимальной концентрации. Поэтому давай на сегодня мы завершим. Это была такая серия, где мы играли не за Спайра, а за его друзей. Закрыли на 100% первую зону полностью. И в следующий раз продолжим уже здесь стрелять из пушек по всем подряд, как говорится. Спасибо большое за просмотр. Ставь лайк, подписывайся и напиши какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. Покедова!